Євгенія Пишняк, дизайнерка інтер'єру, надає перевагу мінімалізму та функціональності. Нагороджена сертифікатом консула мистецтва і культури Миколаєва за дизайн інтер'єру школи-інтернату санаторного типу за програмою «Нова українська школа». Так, доброго ранку вам. Вітаю в нашій ранковій студії. Отже, сьогодні будете нам допомагати, тому що ремонт, я думаю, настає у кожного в якийсь період життя, так що думають, ну от прокидаюсь сьогодні зранку і думаю, що варто оновлювати вже інтер'єр. Але от як ви порадите, в який період, коли краще починати цей ремонт? Коли холодно чи коли тепло? От як ви порадите? Ну, будем говорить о том, что любой период в данный момент, он как обладает плюсами, так и минусами. Конечно, если в теплый период, то вы сэкономите время. Потому что, ну, соответственно, день длиннее и, понятно, работать можно дольше, но материалы в это время, это жаркий период, соответственно, материалы дороже и рабочие дороже. Mm-hmm. То зимой, если вы хотите сэкономить, то, конечно же, зимний период, чтобы, то есть, ну, происходят скидки регулярные в магазинах на, ну, абсолютно практически на все, на все виды материалов. Поэтому зимний период – это более такой бюджетный, экономный угу. вариант. Тобто можна зекономити більше взимку, так? Да, якщо да, робити. Да. Чи можливо навіть зараз навесні ще трошки є варіант? Чи вже... Ну, да, вот конец-конец, начало, уже начинается такой период роста цен великого, поэтому если вы собираетесь делать ремонт, вообще ремонт это очень трудоемкая работа, и к ней нужно подходить серьезно. Если не вы хотите погрязнуть с головой в этом всем, то, безусловно, изначально нужно понимать, что вы вообще хотите. Угу. Потому что, как часто бывает, да, я вот поменяю там... Так, ось давайте себе, до цієї теми перейдемо, тому що дійсно тут не знаєш, з чого почати. От задумав все, що хочу ремонт, так буду робити, перероблювати все, і одразу йдемо вибирати матеріали. Але приходимо, дійсно очі розбігаються, не знаєш, що взяти. От як на вашу думку, з чого краще за все починати? От маємо ідею, що доробити далі. Ну, ізначально, дійсно, Таня, правильно говорите, нужно иметь идею, нужно понимать, чего вы хотите. Нужно понять, изначально это косметический будет ремонт или будет капитальный uh-huh. ремонт. Соответственно, нужно сложить четкий план. Если вы хотите сэкономить свое время и свои силы, безусловно, нужно сделать план. То есть по порядку. Идея, угу. то, что мне нравится, то, что я хочу видеть у себя дома, потому что это место, где мы обитаем, и, понятно, нам нужен комфорт. Второе, это, конечно же, бюджет. Угу. И уже исходя из бюджета, начинаем подбирать материал. Угу. Вот. А як щодо стилю, як вибрати собі, підібрати? От що зараз от модно, навіть хотіла сказати стильно, так от що в інтер'єрі зараз робити модно? От як ще підбирати, що можливо викинути, що докупити обов'язково? Ну, теж будемо говорити о індивідуальності чоловіка і сказати чітко, що от зараз актуально? Нет, можно, конечно, безусловно, mm-hmm. у нас есть тенденции моды. В этом году и в прошлом году очень модный у нас получается хай-тек, лофт, скандинавский mm-hmm. стиль. Эти все стили, они, в принципе, связаны одним, то, что я больше всего люблю, это минимализм. Mm-hmm. Да, и сейчас, вот в нынешнее время, очень актуально, чтобы было пространство, потому что мы загружены работой, городская суета, все это. И когда ты приходишь домой, безусловно, ты хочешь свободы, простора, вздохнуть спокойно душой. Ты прошла так же стало, да, так, чтобы... а не заходишь, и все вот загромадження. Поэтому... Отже, лофт от назвала, давайте все ж до нього повернемося, до стилей. Лофт у інтер'єрі, в чому він заключається, і от, ну, що треба брати, от, наприклад, на що робити акценти в інтер'єрі? Лофт – це стиль, ну, який к нам прийшов з США. Он был, по-моему, 70-80-е uh-huh. года. В чем он заключается? Он заключается в очень в простоте, в минимализме, безусловно. Акцент – это кирпич, бетон,
ну, безусловно, дерево, то есть натуральные материалы. Это природа якась, природная, так, да. Вот. Ну, будем говорить о том, что мы лофт это... навіть декілька прикладів. Да, вот, можно обратить внимание, что лофт это вот, ну, это заводской стиль, который связывает между собой такие вещи, которые в обычном, допустим, интерьере связать невозможно. Тут вот может быть стоять кожаный диван, и тут же может быть уникальный там стол со стульями, то есть... Обеденная зона очень, скажем, такая изысканная. То есть это стиль, который связывает несколько эпох. Здесь в этом стиле есть такая легкая небрежность, то есть голые стены, провода, трубы. Чи дійсно все... він такий зручний, якщо робити в квартирі? Чи краще все ж таке десь в офісі? Чи... Ну, будем говорить, это тоже зависит от индивидуальности человека, потому что кому как комфортно. Лофт – это вот как раз тот стиль, который дает пространство, потому что он включает в себя основную, ну, такую критерию – это высокие потолки, очень высокие потолки. Поэтому человек, который… Якщо замислимо, то ви буваєте, якщо у вас низенькі, ви буваєте верхню квартиру, робите свої високі стелі. Ну, это же, он пришел из заводского, то есть, а заводские помещения, они все же были такие то высокие, каменные. Якщо у нас квартирка маленька, то краще, чим можна якось за счет света, за счет подбора материалов, за счет именно тонального оттенка можно увеличить объем, получается, квартиры нашей, да, это, ну, реально сделать. Хай-тек, тому що, знаєш, наче такий знайомий, але все одно в чому він заключається і які матеріали використовуються? Ну, хай-тек – це більш такий холодний, скажімо, стиль, і він прийшов до нас з Європи. Вот. Это, он, ну, произошел из-за технических, получается, прогрессов наших, технологических. Поэтому и, соответственно, стиль такой. Минимум декораций, минимум декора, минимализм, акцент на свет. Нету ярких цветов абсолютно, то есть серый, белый, приглушенные все тона. Хотя можно и разбавлять и ярким. Но зачастую он больше к тем людям, которые приходят действительно, знаете, избавиться от всего. Пришел домой, и тебя нету мелочей, которые тебя отвлекают. Вот, вот хай-тек, он вот такой, он холодный. Він холодний, так? Да. Якщо хочете повністю від усього відпочити, прийти у порожню квартиру, вибирайте собі стиль хай-тек. Да. І скандинавський трохи про нього давайте. От, бо я зрозуміла, усюди є мінімалізм, тобто мінімум усього, матеріалів, якихось декору. Це щоб... просто тенденція нашого времени сейчас, потому что, ну, я же говорю, люди, мы сами, все мы хотим простора, поэтому и минимализм, и функциональность, конечно, потому что, ну, минимализм заключает в себе что? Это минимум вещей, а минимум вещей, они должны чем-то компенсироваться, потому что есть функции, которые должны исполнять те, те вещи, правильно? Поэтому идет у нас совмещение кровать, шкаф, ну и тому подобное. А, хорошо, о скандинавском стиле. Тоже будем говорить, что он пришел к нам с Европы, с холодных стран. Соответственно, говорим о холоде, значит, он у нас больше идет яркие цвета, приветствуется. Ну, тот же минимализм. Это у нас Норвегия, Дания, Нидерланды, то есть это тот, те страны, в которых зима занимает большее время года, поэтому люди, скучая за красками, за теплом, выражают вот свой скандинавский, ну, стиль, получается, он яркими цветами, да, теплыми. Но они хочет себе хоть что-то так сделать, хотя да, бы дома взяты, чтобы тепло. Да, они даже дома свои, то есть они его используют, ну, не только в интерьере, и в экстерьере, потому что если посмотреть с горы, да, съемку, спутниковую съемку города какого-нибудь, там, Дании или Норвегии, они обязательно разукрашивают в яркие цвета, ну, люди так себя, в общем, позитируют, потому что, находясь постоянно в сером пространстве, это сложно, это тяжело. Отже, зрозуміло, у нас є стиль лофт, стиль хай-тек, скандинавський, і усіх їх об'єднує мінімалізм та функціональність, так, щоб було... Я не знаю, просто, якщо, ось, наприклад, вдома багато різних речей, вже, знаєте, як ото звикли, як від цього всього позбуватися, але я думаю, якщо хочете зробити свою квартиру стильною, модною, то
варто від чогось відмовитись і все ж занурюватись в цей мінімалізм. Тому що це інколи навіть зручно. Ось, наприклад, навіть прибирати. Я думаю, це дуже зручно. Отже, давайте від вас ще три поради, можливо, чи якісь такі актуальні поради, які допоможуть зараз із ремонтом. От як ми говорили, з чого почати і як визначити зі своїм стилем? Ну, визначити свій стиль, я говорю, ну, знаєте, много людей как бы полагают на свои силы и думают, я все смогу, я все сделаю, у меня все получится. Mm-hmm. Это на самом деле большая проблема, потому что люди не оценивают свои возможности. Действительно, мы, каждый человек, индивидуальность, но когда ты обращаешься к специалисту, безусловно, человеку со стороны более виднее, что вам лучше. Вы даже можете об этом не подозревать, что вам комфортно находиться в этом пространстве. Но когда вам это показать, то вы уже потом осознаете, говорите, да, это очень хорошо. Поэтому я хочу сказать, что если вы сомневаетесь в своих силах, то, безусловно, лучше обращаться к специалистам. Uh-huh. Даже по замене сантехники и всему на свете тоже лучше обращаться к специалистам, потому что, ну, люди на это учились, и, понятно, у них больше... Ну, не пытайтесь сэкономить. Або звертаємось до спеціаліста, або якось відчуваємо своїм серцем, так, да, і робимо свій ремонт. Дякую вам, що завітали, дали такі поради корисні. Я думаю, вони дійсно ну, необхідні зараз, хто вже замислився про ремонт. І трошки проанонсую, що ми з вами будемо ще зустрічатися, будемо говорити далі про матеріали, як правильно їх вибрати. Тож чекаємо завжди Євгенію у нашій студії. Нагадую, Євгенія Пишняк, дизайнерка інтер'єру, була сьогодні у нас.